Мы не отказываемся от Гадрутского района. Наша борьба продолжается. Как передает канал 13 со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил глава карабахских сепаратистов Раик Арутюнян на встрече с группой жителей Гадрута. Он отметил, что так называемые власти Нагорного Карабаха не отказываются от территорий, перешедших под контроль азербайджанской стороны, и намерены восстановить территорию Карабаха, но не военным путем. «Наша борьба продолжается, но мирным путем и посредством переговоров, чтобы мы смогли вернуть хотя бы территорию НКО», – сказал лидер сепаратистов. При этом он заверил жителей Гадрута, что угрозы возобновления войны нет. «Никто не сомневается в перспективе долгосрочного мира, особенно с учетом присутствия российского миротворческого контингента», – подчеркнул Арутюнян.